Заходи, Терма, ты Да что заходишь на код, контакт? блядь? Да дайте мне досрать, сейчас я зайду. Зачем могли большой пак трэша одному танку? Протопала нету. Давайте. Ну вот, Войт перешел после раз, два, три, четыре, пять смертей. И умер. Так он же танчил, блядь, первых мобов тоже. Ну, он что-то там пиздел и все. Ушел куда-то. Три плюсика в чате. Бестмод, ты зайдешь или нет? Вы кота берете, который. Ну да, я хотел бы. Я зайду, дай мне 2 минуты, блин. А, ты в туалете сидишь? Просто ты уже минут 10 говоришь, что я вот уже иду. И пускай тогда. Пускай кто-то идет. Я сказал, я и пойду к коту, но, блин, но не сейчас именно. Из кота все. Ну давай, Лена, тебя возьму. Потому что с напулом проблема была. Лучше, чтобы. Так вот этот не переагрит, господи. Да все он переагрит, блядь. Сейчас там хилы зайдут. Поставьте мамонта, у кого есть. Смоните. Маратрис, надо шкафчик. Сейчас я дам. Опа. Письмо пришло. Кого? Там повестка. Отпил чего? Рубины прислал мне. Надо будет забрать. Спасибо. Спасибо за маму. Спасибо. Помоги всех на тебя, Олег. Кто? Кто танчит? На Халёне, на Войда. В фул или заходить? На второй платье. Пока фул, то ты поиграй, тут может кто-то отвалится. Ещё раз я не расслышала, кто танчит. На меня, на Войда. Трэш. Ёбаные мобы, они так бесят, когда они там стоят. Просто пуканы. Не видел на уфе мобов еще, блядь. Чёрт. Каких них?
Там пиздец. Фиг из рейда. Халеон покидает рейду в группу. Чего они на офисе, блядь, лосы, что ли? Какой-то босс был, которого две ноги, короче, бьешь в ноги, типа в какую, сколько боль, ну, если в одну больше ДПС, то он идет поворачивает в одну сторону. Если в другую больше ДПС, то в другую сторону поворачивает. Там в некоторых модификаторах ключей просто жесть. Спасите, я под этим деревом. Мне нужна помощь. Моя сила на исходе, древнейшая. Пух. Присоединишься к своим друзьям. Сучий пот. Бафов нет на рейде. Он паладинов вообще нет. Кулака, каски нет. Крест есть. Крест, да. Ну я лечу еще. Хорошо. Таликон. Сагримара. Таликон. Я слышу. Слышишь, да? Угу. Лапус так и было. Это, Олег, если знак с 25-го идти и не бессмертного делать, а ачивки, то два косаря можно за этот знак начислять? Косарь. Косарь? Чуть маловато. Давай, сейчас не будет. Че бахать? Все-таки не получится воинств, как и ВК. Ну, полки бафы. Может, полтора или два хотя бы? Ну, давай полтора хотя бы. Этот инст проносится за полтора часа. Вот. Без... Сегодня 4 босса час били. Ну, час 40. 4 босса час били. 4 босса час били? Мы тактику слушали дольше, чем били. Ну, это тактика, потому что рассказали. Это ваши проблемы. Бессмертного делали. Ну, я бессмертного за, там, за полтора часа, за два водил. Так мы и так и прошли. Час 40 где-то. Вот, бессмертного сделали, молодцы, ЕП получили. Давай. Я имею в виду без бессмертного, другие ачивки, там, шок, всякую хуйню, вот это. Тоже за это ЕП полагается, просто люди сидят в рейде, это же время.
Косарь мало, мне кажется. Я тоже воида подержу здесь. Ну, просто реально ИВК 30 минут приносится, 20. Там сложных ачив особо нету, чё мало, нормально. ВК тебе дается актуальный шмот. Не весь, конечно, но ты одеваешься и прочее. Это и является фановым рейдом, в котором ты ничего не получаешь, кроме ачива и возможного трансмута. Так то же самое. А как же всякие тринги классные? То же самое, на Зульду смотри. Три косаря, а за нас еще полторашка нормально будет, без бессмертного. О, да, дольше, и в ульде ты осколки собираешь. Да ничего не лутаешь голову. Давай еще разок шкаф на дорогу смануть. Короче, за полтора косаря. Если не два, то полтора хотя бы, ну не косарь. Что там написано в правилах? Сколько ЕК? Нисколько. Там три косаря. Ой, там сложных ачив две или три, и то таких сложных. Так Кристинс там зергается. Просто проблема в том, что за косарь никто туда даже ходить не будет. Не будет народ набираться. Два каза бессмертного, значит, написал Калк. Не будет народ ходить. Два каза бессмертного, один а каз... А мочивки надо или ЕП? Ну, ЕП надо, судя по всему. Дело в том, что Накс это не по два, не по три как целка собирается, а очень редко. Вообще похуй, сколько там ЕП. Три косаря, да, все. Держи каску. В РК... Вот сейчас в этой группе веркан 3 косаря написано. Это моя группа. В группе не знаю сколько. Какое? Что в РК написано? Ну, вот здесь канал есть. Как он называется? Правило. Сейчас. Таблица начисления ПГП. Вот там 3 косаря за Накс написано. Бессмертные 3 косаря. Да не херня, кто-то редактированный. Я не редактирую этот РК. Смотрю только. Че сейчас теперь ЕП отнимешь? Не, смысл, зачем этой хуйней заниматься? Просто поменять. Ну да, можно отнять ЕП, как не по правилам накинули. Сейчас посмотрим, сколько было ЕП. В 2К ЕП написано. За бессмертного. В РК, значит, исправить надо. Ну, получается, косарь без бессмертного и 2 косаря с бессмертного. Я смотрел в РК 3 косаря и подумал, что полторашка, где 2 косаря, походу. Потом зашел в группу, посмотрел там, что 2К и решил 3К накинуть. Так как 3К это больше, чем 2К, да? Не, у меня в группе нет. А, отлично. Я забыл. Я просто вспомнил, ну, на память, подумал, что 2 косаря, сначала собирал батареи. А потом пошел, посмотрел в РК, там 3 косаря, думаю, ну ладно, 3, и поменял, когда собирал там 3 косаря. Ну, дело-то не в ЕП, дело в том, что ачивку делать. Перков танчит босса, айсфрис первую копию, войтбист вторую, погнали. Цирк приехал. Да, я тебе каплю дам. В мире хватает болтар, не оставляй. Да, ребята, нормально вам стоится под штурмом клинков. Конченый, это мягко сказано, блядь. Первая копия. И лови. Чем вообще это надо? Третий босс пошел. Таплика на КД у меня на Теркоза 20% ХП, у него 5% ХП. Умер он. Забирайте на себя босс. А, это Айсвис умер. Сейчас.
Здравствуйте, Павел. Чуть не просрал свой мохнатый жил. Ты что, рисните, пожалуйста? Святилище считалось неприступным. Убежали бы. Но до сих пор оно не подвергалось такому. Уж он рыбу. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мои братья гибли один за другим. А я спряталась здесь. Я спряталась вход. Нас убивали с расчетом. Чекбаф. Подожди, 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 я врываться буду. Сейчас. Кто-то спулил. Ну, держи крест. А я дам каску по ДК. Кто-то хочет быстро закончить, Ред, это понятно. Уже пол двенадцатого. Слуги! Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю. Рекорд-то резко у нас 20 минут. Их нужно остановить. Нужно больше ярости. Рекорд РС 13-14 минут. 13,5. Не, у нас была КД, я собрал рейд за минуту, убили с первого трая. Не, я говорю с трэшем. С боссами, с трэшем. 20 минут. Ну, прикольно. Там только в видео не подписано, сейчас хуй найдешь, что-то помнит. Там так и написано, за 20 минут. Первый трэш за 20 минут. Первый минут за 20 минут. Первый победа. Первый плюс 20 минут. Первый трай 20 минут. Подбросовый плюс. Черный лимон. Ты в РК? Мошкара. Ты че Джерин пишет? Рубиновое свечение. Догоняют пацана по ДП. Ебать. Сам смотрит много трешных, смотрит на кирику. Баффл дотал, блядь. Так, черный лимон. Ем. Слышно меня? Смотри, что пишет. Где тебе легче хилить? Свет, тьму. Что, рыба есть там? А то я то не успел да. Пожрать. Какой-то гусёк забыл. Да, рыба. Ну давай, хорошо. Черный лимон, хереди, соло, хилите во тьме. Соло диспелишь во тьме. Свету деморонайзер, тенрю. Четвертая патия, остается добивать големов. Маратри заходишь во тьму на третьей фазе. Киндаешь СС на деморонайзера. Вот бис, это танк, который танчит трэш, на него напуливаем. Почему танчит Теркос, а из Фриз танчит Свет? В РК написали, кто на какой спик ролит. Слышь, Олег, у меня вопрос. Мне надо стоять с противоположной стороны, потому что рейд выходит там, правильно? Да. С противоположной, все правильно. Главное, не двигайся, когда Хален появится на третьей фазе. Да-да-да, это я знаю. И... Печать не... Не юзай печать, пока Иршам не выйдет в свет. Если есть сакра, можешь сакру прожать. Нет. Плохо. Так, что я еще сказал? Я... Так, ну все. Пурики, кричите на хп перед заходом во тьму, чтобы у Айсфриза был крик на хп 4 минуты. Стакайте раскол. Паладина разобрали длани? Виталий Кун тут. Виталий Кун. Я слышу тебя, да. Папа, подожди, ты мне подожди, дай я макрос напишу.
Виталик, он какую ты глань кидаешь? На вторую. Давай хилика подиспелишь, мне будет легче релить. Чек. Давай, Дзерин, как боженька на пуле. Находимся за линию. Перкос, начинай. Все готовы, все подтвердили готовность. Теоретик, прожми звездопад. Или кометка. Метеор, побежали. Метеор далеко. Далеко отбегаем от фрейма. Лужа в рейд течет. Лужа в рейд. Товарная лужа. Респа метка. Него надо диспелить. Диспелить хилы. Халиона бьем. Мелики достают до Халиона. Проверено. Стали в квадратик. Дорнер метка. Через ход возвращайся. Метеор побежали. Через хвост. Уже в рейде. Большой, живой огонь. Голем в рейде. Это вайп. Заходим в лужу. А нет, стоп. А ну да, это вайп. Заходите в лужу. Потому что он его не спугнул, наверное. В следующий раз будет ПП. Ладно. Трися, ты сможешь потанчить? Нет. Знаю, не танчил ни раз. У тебя дальность ЛП-шки вкачана? А что? Просто макро сделать на ЛП в этом галиме, все, нет? Там табом он легко выделяется, просто дальность ЛП-шки она облегчает очень здесь. Ты про это что? Что? Да. На, у тебя вкачано. Ну. Ты по нему мой гайд смотрел, блядь, по нему сделал, да? Воу, блядь. Я этого БДК делал спек еще, блядь, когда ты не родился. Ладно, попробуем так. Теркос свет, дай свист тьму. Так, что тебе надо сказать такого? Куда идет метеорит, не прожимая отхил по себе, то мелкий трэш на тебе пойдет с большим големом. Трис, у тебя есть этот омен? Нет. Меня тоже без него затанчил. Пару раз было. Сколько там надо ЛП дать большого голема? 4-5. Чтобы он не сорвался до конца. Да? Ну, 5-6, может. Может, 8. Ставьте, кстати, в свету шаман тотем на этот броню. Потому что протпал. Интеллект, дайте, пожалуйста, брейд. Кого дать тебе? Интеллект. I can fly. Все, заходим за линию. Хреди, что тебе не хватает? Все, начинай. БДК. Я поставлю на защиту от огня ауру. Не переживай. А ты всю эту разве? Ты же возьми. Нет, я всю эту. Ты можешь поставить, не знаю, ауру брони там. Чё? Я каст поставлю. Она здесь не надо. Побежали. Вроде как. Кастеров трешнем. Да? Уже в рейде. Дубль 2. Блять, пиздец, промахи.
смысле промахи. Ты не мог прожать. По 4 ЛП было промах. Да потом он ушел, я не доставал. Потанчу мишкой свет. Надо было к нему подбежать, наверное. С жириновским напулом большого. Становишься, когда идет метеор, становишься возле хвоста, ждешь, пока выйдет большой голем, и даешь в него кучу ЛП. Одного ЛП, если попадешь, хватает. Потом уже, когда он сагрится на тебя, даешь еще ЛП и убегаешь в сторону рейда, только подальше от мелкого трэша. Так всегда я делаю. Никогда не было никаких проблем. Дайте мамонта на починку есть. Мамонт есть, а на починку нету. Копар умер на первой фазе, где мы одна голдая. Мне так не пойдет. Да ладно, не надо, мне дали уже на починку. Понапуливать на БДК больших я могу и то делать. Даже и БД третьей фазы. Виталик, он на какой спек ролишь? Да сам не знаю. Ну, значит, уже не знаю, кого получаешь, да? Будет. То есть я не буду ролить, я что, не имею права и получить? Да, надо написать, на какой спек ролишь ты. Либо вообще ничего не писать. Что это значит, ролю на что-нибудь? Можешь написать нормально, на что ты ролишь, на какой спек? Дохуя у тебя интеллекта, да. Странно, 35к первый раз вижу. Заходим за линию. Пристабав. Пристабав дали. I can fly, интеллект где? Я забываю, сердце. Простите, пожалуйста. Есть, да? Все, начинай. БДК начинай. Эти, трай. И ВК еще будет, если ты в РК слышишь меня. Не, ну если такие трая будут. Не маронайзер, метка. Вот, сейчас бы на 3-7 метеор был, я бы посмеялся бы. Уже в рейде. Дальше. Веди его к стене, к хвосту веди. Не, не диспальте, не диспальте. Что ты говоришь? Диспальте. Ты просто так сказал, диспальте, диспальте, я смотрю, ты в рейде стоишь еще. Тарко, захильте. Подходи ближе, чтобы тебе было удобнее сагрить второго моба. Обычно я так делаю. Это же магический этот моб, да? Если ты поворачиваешься, да, то никакого эффекта не будет худшего, да? Хередис, поднимай. Ага, деморонайзер, метка. Инерит по Тенрю залили. Теркоз за 19%, вот 13%. Эсфрис, заходи во тьму. Четвертый пати, стоимся добивать големов. Сложно, что-то очень сложно. Никому пока. Клота метка. Демонайзер, потом кинешь квест по Тенри. Пристабав по шаману. Лапу, если не бафали. 4 приставим больше бафов не могу. 3. Один из них хил. Виталик, он метка.
Длани не было. Поздно, да, не Длани. Я по себе должен. Не знаю, кто там что должен, просто я вижу дебаф и говорю об этом сразу. А, так, опять метка, жди, жди лезвий. Все, выноси теперь. Че, кому залить? Ну, черному лимону заливаем. Теоретик можешь залить Тенрю. Вот бист метка. Так, лезвие, потом будет метка и переход на фазу. Метка, смотрим. Дорнер, метка. Стали в квадратик. Выходим в свет. Рост в свету, Тенрю. Тема не забудь поставить. Жриц подай метку назад. Доси, Триси, сейчас появится большой жилет. Побежали метеор. Уже в рейд течет. РДД играем большого голема. Черный лимон давай рост во тьме. Анафет выноси метку. Килика выноси метку. Теоретик поднимай Акенфлая. Давайте вот биста хорошенько хильте, а то он жестко проседает. Его очень сильно пробивает, я не знаю, протополов так не пробивает. Батон, выноси метку назад. Дали бафы по магу. Дали квадратик, отбежали, отбежали от фрейма, все, побежали дальше. Иннеры по КД Тенрю заливаем, лужа в рейде, лужа в рейде. Теоретик, выноси метку. Вы сами себя диспелить будете, нет? Ни приз, ни дроль. Будет ГП. Вот метка. Подымешь Виталий Кона, если будет время. Подбежали метеор. Он на другой стороне лежит. Скажите, когда Виталий Кона зайти. Не, не надо уже, не подымай никого. Так. Я почти до кассу. Там перебежка была. Да, я забыл кинуть каплю на БДК. Виталик. Типа я вижу по нему урон прошел, остановился, начал кастить свет, но его второй раз ударил. Далеко на чего умер? Лезвие. Молодец. Сколько мы сюда расходим, сколько говорим, как выносить, вы убираете снова. Теоретик. Не диспелишь сам себя. Скилл называется снятие проклятий. Потом ты тут. Тебе есть рассеивание на панели скиллов? Вытаскивай тоже, будешь сам себя диспелить. Просто хилика диспелить людей, которые не могут себя вообще диспелить. Элем, например, Локхан. Так, кто там еще умирал у нас? Ты не в гильдии. Там каску, кулак. Давайте бафать. Почему рога 6-1 больше квоту дает? А пока это, ну, не в этом проблема пока что. Я вижу другую проблему. Неправильно ставишь вопрос, почему рога меньше фонтан дает.
ты как кота. Ну, кота еще, кота тоже диспелить, ему, чтобы диспелить, ему надо с формы выходить, потом обратно в форму. Это лишнее ГКД для него. Ему вообще нельзя выходить с формы, потому что он танк. Ну да, это там имеется в виду про Тимон. Подождите, подождите, я забыл, надо мапку распоменять. Там уже поменялись танки, да? Ну, Таркос свет танчит. Если рис Тимон. Что там, надо менять мапку с ним? Ну да, все поменял. Чек. Илика готов, все, начинай. Давайте, надо постараться убить, все-таки интересная связка танков у нас в рейде. Как бы ради этого надо постараться. Танк первый раз свет танчит. Корепал тоже первый раз хилит. Шмишка первый раз танчит тоже. Теркус метка. Побежали метеор. Далеко бежим, метеор близко. Уже в рейде. В рейде. Потом выноси метку. Черный лимон тебя бьют. Ты неправильно стоишь, надо стоять за рейдом, а не левее от рейда. Потому что на пол уходит. Ночью в пустоту. Долго объяснять. Просто стой за спиной. Рейда. Так, Тенрю, метка. Через хвост возвращайся. Так, БДК. Уже рейди отбежали. А, ты знаешь, что если будет метеор на танке, надо поворачивать Халиона в рейд. На рейд поворачивать, ты это помнишь, да? Нет. И теперь помнишь. Ждем, не заходи, ждем, пока лужи пропадут. Доты типа катрэши. Прожимайся, заходи. Рейд заходим. Так. ГП. Теоретик поднимает Церезию. Маратрис. Метка. Подняли или нет? Теоретик, сколько КД у тебя? Вайлай Регион, выноси метку. Ну круто, чё. Заходите. 4 минуты. Если добили, заходи. Заходим. Не добили. Постойте. Лезвие с меткой одновременно, я конфлай метка. Значит, вот подымешь его. Клотно выноси метку назад. Стены не до нас, сторона диспелит. Либо рано диспелит, либо не знаю. Да, пацан. Пас метка еще одна будет, фотон выноси метку. О, пацан. Интересно, ты вынес метку. Выходим в свет. Не заходите только в лужу. Каску. Ну, пристабав лапу повару. Кавалеру. Заходи сейчас. Побежали метеор. Далеко бежим. Во тьме дали рост. РДД играем большого голема, милики мелкий трэш. Далеко ты чё, куда бежишь-то? Дорнер, метка.
Так, ну это, наверное, уже все. Еще черный лимон у меня. Теоретик, сколько у тебя БР? Ты встанешь сама, черный лимон, нет? Может, встанешь уже сейчас? Скажите, когда ей зайти во тьму. Хильте хорошенько танка. Побежали. Заходить во тьму. Заходить во тьму ей, нет? Таймера не вижу. Теперь заходи. Заходи. Черный лимон, я с диспелю. Заходи. Я тебе дам руки. Играйте в трэш, стопайте по Халиону в свету. У вас слишком много слаков, я на все не реагирую. Бейте большого голема. Деморназер, выноси метку. Трися, прожимай. Ладно, тут 30%. Встали в квадрате, Халиона. Подбиваем немного. Бежали. Теоретик, сколько у тебя откатился БР уже? И залей пока инер Тенрю, QA, метку. Ну, я не знаю. Бог, сова, вы вообще этот трэш не бьете. Ну, сова бьет только звездопадом, когда уже танк на агре. Не знаю. Ну, пробуем. 2 минуты еще есть шансы. Побежали метеор. Попаните вы. Полареген, выходи в свет, будешь бить свету. Лужа в рейде. Ладно, падаем. Слаков реально много, блядь. Меня какая-то, блядь. Ну да. Теоретик, Маратриус, первый раз в РС, да, наверное? Че, я не первый раз. Меня трэш убил, но я не уешал вообще ничем. И большого. Это невозможно. Я тебе серьезно говорю. Смотрим. Пойдем. Полученный урон. Пойдем. Нанесенный урон. Маратрис. Играю. Живое адское пламя. 130к. Теоретик 250к. Так, а черный лимон, ты чего умер? Умерла. Баф утирает пока, накину ГП всем. Чек. Кулак. И лапу по ханту. Че, лапы нет, фонарей. Решам вылетел. Вылетел? Как написано, решам вылетел. Ждем. Появилось вроде. Причем ты, Лёд? Причем ты, Энгрю? Энгрю? Готово? Чек последний. Знаете, кто-то
фласку. Нету фласки, начинай. БДК, начинай. Заметка. Третий трай. Побежали метеор. А это какой трай? Третий трай, на меня метка первая кидается. Нет, на меня кидалась первая. Ладно, это не важно, пятый трай пока идет. И в чем метка? Точно. Ну и не забываем испалить первую фазу. Там первым, по-моему, на меня кинулось. Лучше бы вы сказали, что будет такой же лут, как и в третий раз. Черный лимон, метка. Побежали. Интересная лужа. Так, Халиона бьем точечно. Пока трэш идет, бейте точечно, теряйте фанеси метку. Сразу заходи. Рейд, заходим. Четвертый пати, бьем большого голема. Играем пока. Так. Маратрис, у тебя КД на СС? Да, 10 минут. Плохо. Полярегион, метку выноси. Для на вас опять как поскольку один синдром выносить метку под морду. До стены доносите метку. Монофет. Кому залить? Заходите. Заходите. Черному лимону заливай. Еретик тоже черному лимону. Тенри на третьей фазе заливаем. Маратрис, метка. Срезали метка. Будете потом рассказать. Как выходить на фул до конца боя. Ноль. Ждем метку. Подождите, не выходим. Передис, метка. Выходим в свет. Не туда понес. Отбеги от рейда, отбегайте от него. Сейчас бы нас их притянуло. Давайте рост в свету, Тенгри. Рост. Виталий, шестое. Теретик, выноси метку. Ну чё, метка? Да это ты сам себя диспелишь. До конца вот надо, до стены. Да. До стены надо. Побежали. Во тьме даем рост. Буду за такое тоже ДП кидать. Играем большого голема, по Халиону в свету стопаем. Стопаем по Халиону в свету. Теоретик, справа от тебя лежит анафет, подымай. Маратрис, метка. Встали в квадратик, анафет, вставай. Скажите, когда во тьму зайти. Побежали метеор. Иннер и Тендрю заливаем. Можно зайти во тьму? Свет, стопаем по боссу. Скажите, когда зайти во тьму? О, опс, метка. РДД, играем большого голема. Раз, два, три. Слышно меня? Да. Да, да. Когда зайти во тьму можно? Понятно. Можно. Заходи. Тупилова, блядь.
Встали в квадратик. Бьем дальше. Трися, ты говори про каплю, я буду кидать. После метки могу гимноману дать. Лужа в рейде отбежали. Лужа в рейде отбежали. Бьем РДД большого голема. Трэш свету не бить. Держи каплю, Трися. Не удержался просто. Хильти реневала, сейчас убьет от капли. Ты зачем ты слил каплю? Просто так. Потому что ты умирал. Нормально там был. Дали в квадрате, Виталик, он метка. Так, ну что, есть шанс, да? Побежали метеор, светуха Лена не бьем. Ждем только трэша и лужи. Лужа разливается в рейд. Отбежали, далеко отбегаем. Далеко отбегаем. I can fly, выноси метку. Потом, давай гимна отхил. Ну, трэш, трэш. Ну и чего не хилили танк или там... Да, я хилю его, просаживает жесть просто. Там просто это там 8 мобов к нему прибежало. Сам, зачем ты проживаешь захват? Я походу захват, да, прожал. Тупил. Молодец. Меня слышно? Нет. К сожалению. Ну, сейчас смогли убить босса. Там... Крейф. ДК танк живет только за счет полипала и Эльшана. Так. На третьей фазе первая метка. Кто диспелил? Теоретик? Посмотри. Ну это... Куда я знаю, может... Это не я. Может это ты был. Или Фотон. Теоретик диспелим мы только тогда, когда человек добегает до стенки. Тогда только диспелишь. Ты не добежал до стены с диспелем. Кого-то могло задеть. Этот человек бы отлетел, на него кинулся бы метеор, и мы бы вайпнулись. В следующий раз это будет ГП. Так, Трися, ты прожимаешь захват, когда не знаю, за одну секунду до метеора. Да я понял, я просто затупил. Я знаю, что нельзя жить. Дорн, заходи. Сейчас никто не слакал практически. А, Анафит, от чего умер? Ну я ждал, что меня диспелит. И никто ничего не сделал. Еще раз, что? Я спутал, у меня здесь обидено совершенно все по-другому. Я думал, что я за накрели играю. Так, ну, раз, так ночь. Да, он у меня есть. Ну все тогда. Что-то погоди. Да, Тенри, я слежу за твоей маной, у тебя 10-20%. Я ничего не говорю про гимна, ману и все такое. Теоретик, там была куча места сзади. Ты просто выносишь и посередине не спелишь. Причем здесь все, что ты описал, непонятно. Нердро можешь треню поменять. Там поможет, наверное, в захиле. Дорн готов? Дорн. Все готовы. Инсулис начинай. Ничего. Отошли от босса, сейчас будет метеор. Бежали, далеко бежим. Всегда далеко бежим, не оборачиваясь. Потом смотрим лужи. Полареги, метка. Okay.
Теоретик, метка. Через ход возвращайся, побежали метеор. Редис, подымешь его. Если умрет. Не поднимай Таркоза. Ты стоял в луже, да? Я в кольцо взял. Если бы я стоял, то мобов начали расти, мне кажется. Так. Что ты сказал? В кольце стоял? Там огонь был по кругу. Если бы я оттуда не вышел, начал бы мелкий трэш. Это экстренная ситуация. То есть ты просто не прошел через огонь, да? Чтоб не умереть. Давай, Джерри, он зайдет. Я пошел через огонь. Тогда надо было прожимать кровать, вот незыблемость. Давай Джерин зайдет на... кого? На кого? На кота, Саня на рогу, а я на быдка. Давай так бить, что ты, блядь. Прессайтесь. Короче, появляется второй голем. Самое главное дать 2 ЛП в него.